В этот день в 1990 году в Краснодаре создана, как тогда называли, 13-я группа группы А. Начиналось все с 20 бойцов. Сегодня кубанские альфовцы служат на территории двух федеральных округов – Южного и Северокавказского. С праздником спецназовцев поздравил новый руководитель управления ФСБ по краю и губернатор Александр Ткачев. Конечно же, ваша работа не подразумевает публичной популярности. Поэтому подробности сотен спецопераций, скорее всего, станут известны только нашим внукам и правнукам. Но мы должны быть на страже, мы должны защищать жителей нашего края, 5-миллионную Кубань. И социологические опросы показывают, что уровень доверия правоохранительным органам, специальным службам в крае растет. Это неудивительно, потому что мы действительно показываем с вами высокий уровень профессионализма. Будем и дальше укреплять вашу материально-техническую часть, материальную базу. Я знаю, что это очень важно. Системно будем следить за этим и помогать. Потому что тяжело в учениях, легко в бою. Это очень важно. Альфа кубанская, она известна далеко за пределами нашего края. Прежде всего, своими героическими поступками. И вас любят, чтят, уважают. А уважают, значит, боятся. Это хорошо. С праздником! Увидеть лица большинства из тех, кто получил сегодня награды, так и не получится. Многие из альфовцев продолжают служить в горячих точках и участвуют в боевых действиях.